Давно меня спрашивали по поводу летней резиденции. Елисей, покажи, какие там есть варианты. И вот больших планировок здесь предостаточно, поэтому сегодня мы в летней резиденции, которая находится у нас в микрорайоне Веселая, на улице Худякова, дом 7. По соседству с вон новой сотой школой, одной из самых лучших в Сочи. И сегодня мы посмотрим 4 варианта квартир. Все они достаточно большой площади. Ну и привычное для всех регионов расстояние между домами, квартальная застройка. Мы находимся на равнине, буквально в 2 километрах от моря. Ну и со всеми центральными коммуникациями, как все это любят. Вот. Единственное, пожалуй, что это просто эконом-вариант. Но все равно это не хуже, чем в дальнейшем будет строиться жилой комплекс «Фрукты». Поэтому примерно что-то одинаковое будет. Так, еще раз по территории вы можете видеть детские игровые площадки. То есть вот там, пожалуйста, и теннисные корты, и футбольные места, лавочки, озеленение. Вон там достаточно большая игровая площадка, свободная парковка. Так что многие прям выбирают этот жилой комплекс. Ну, здесь центральное отопление, так что, как-то сказать, не очень-то из дешевых получится. Это не газовые котлы, вот как планируется в жилом комплексе «Уютный», который вот напротив вас, еще пока не сданный. Ну, вот такие вот площадочки игровые. Правда, желательно бы, чтобы они были с травмобезопасным покрытием, но тем не менее, что есть, то есть, то мы вам покажем. Сильно нахваливать этот комплекс, конечно, я не буду, покажу просто как есть, потому что, ну, есть люди, которые принципиально хотят не клубные дома, хотят вот такой вот знакомый для всех планировками квартальной застройки дома. Ну, такие вот есть. Такие будут даже строиться. И чтобы рядом инфраструктура была. Школа, я уже сказал. Сетевые магазины. Недалеко у нас здесь граница с Абхазией. В той стороне у нас жилой комплекс «Урожайный», тоже вами известный. Поэтому я думаю, что многие знают этот комплекс и будут более внимательны именно к предложениям, которые здесь я в дальнейшем озвучу. Вся территория у нас жилого комплекса огорожена, и также у нас есть охрана, как вы видите, заезд под шлагбаумом, так что все здесь будет под наблюдением. Сейчас мы зайдем в один из корпусов и покажу вам, какие есть предложения. Подъезд, ну, здесь все у нас отделка эконом-класса, сами видите, информационный стенд, и вот здесь у нас получается холл с двумя лифтами. Один грузовой, другой пассажирский. Почтовые ящички. И вот такая вот экспозиция. Итак, поднялись мы с вами на 11 этаж и рассмотрим трехкомнатную квартиру. Вот с таким вот большим коридором. Так, здесь у нас санузел. Он в плитке частично. Счетчик на воду, счетчики, канализация. Так, здесь у нас подразумевается кухня. Кухня с окном, вот такой угол, но вид на море есть. Кухня квадратов, наверное, 8. Спальная комната с выходом на балкон. Балкон здесь тоже достаточно большой. Вид на море. Жилой комплекс «Урожайный». Идем дальше. Это у нас 85 квадратных метров. Еще одна комната. Перегородки, видите, можно распланировать по-своему. Вот такая вот солнечная сторона.
И также выход на балкон. Вид на море. Так, стоит эта квартира 7,5 миллионов рублей. 85 квадратных метров. Но потолки здесь невысокие. Где-то 2,50, мне кажется. Может быть, примерно, да, 2,50. Так, в соседнем у нас подъезде следующая квартира будет у нас площадью 85,9 квадратов. Двери, кстати, здесь такие технические, их менять надо будет однозначно. Тоже трехкомнатная квартира. Здесь у нас санузел. Здесь у нас кухня. Подрозетники все здесь есть. Отопление уже, кстати, работает. Все. Теплые батареи. Вид у нас получается на детскую игровую площадку. Ну, тоже сторона морская, южная. Еще одна комната. Здесь, правда, у нас несколько чуть-чуть бардак. РЖД строй оставил. Такая вот лоджия. Вот же все стеклят потом в итоге. Идем дальше. Была первая спальня. Вторая спальная комната. Здесь из окна у нас вид получается на балкон. Ну, лоджию, которую также можно застеклить. И еще одна комната, она побольше, прям как зал можно использовать. Стоит эта квартира 7 400 000. То есть из расчета у нас 86 тысяч за квадратный метр. Опять же вышли с балкона на видовой сторону, вид у нас в сторону детской площадки. И можно кричать: «Вася, иди домой. Пойдем кушать». Пожарная безопасность тут есть. 86 тысяч за квадрат. Так, мы идем. Следующий у нас литер В. И смотрите, здесь какой пандус для колясочников. То есть для лиц с ограниченными возможностями. Но мамашкам здесь, конечно, не очень будет удобно. Крутиться придется два раза. Но, тем не менее, по всем стандартам положено. Хорошо, что хоть они есть. А в обычных стройках просто вот одну небольшую сделают и все. Поднялись мы на 7-й этаж, тут даже коляски привязывают, видите, к трубе, чтобы не угнали. Так, следующая квартира у нас получается с ремонтом. Ну, не очень там прям таким шикардосным, но, тем не менее, простенький ремонтик есть. Площадь квартиры у нас 77,2 квадратных метра. Это у нас кухня. С кухни у нас здесь проход в санузел. Потолки еще не сделали. Ну, обычный такой санузел с ванной. Здесь стоят коммуникации. Натяжные потолки. И под покраску сделаны у нас стены. Вид у нас в сторону Олимпийского парка, к нему мы вернемся, когда выйдем на балкон. На полу у нас плитка, пока еще идет ремонт, здесь надо прибраться. Вот такой вот коридор, в конце коридора можно запросто сделать типа гардеробный, либо большой шкаф поставить. Но мы с вами поворачиваем в одну из комнат. Это двухкомнатная квартира, на полу ламинат, кондиционер и балкон. Кондиционер новый. Вид у нас в сторону Олимпийского парка. Вечером, конечно, здесь будет очень даже хороший вид. А также на парковку вид. Там у нас уже проходит улица Урожайная. Так, возвращаемся.
Идем с вами в противоположную сторону. Еще одна комната. Как зал уже большой. Стоит эта квартира 7 400 000 рублей. Из расчета получается 97 тысяч за квадрат. Это школа. Территория школы вы можете видеть. Достаточно большая. Здесь вид классный на горы, но у нас сегодня облачно, поэтому плохо видно. Вот такая вот квартира. Двухкомнатная, просторная, разлетайка на две стороны. И получается у нас кухня достаточно большая, как кухня-гостиная, то есть можно использовать как зал. Получается почти 2,5 комнаты, то есть 3 спальные зоны можно даже сделать. Так, следующая квартира у нас, последняя, так сказать. Зашли мы на третий этаж, поднялись, и она похожей планировки, только зеркальная. То есть в эту сторону у нас кухня-гостиная. Это обои уже под покраску, то есть их покрасили. Сначала думал, что это стены такие, а нет, это обои. То есть у нас здесь прям запросто можно поставить диван. То есть это использовать как зал. Вид с этого окна у нас в сторону улицы Урожайная, ну и на парковку. 2,45 высота потолков, на полу плитка. И здесь у нас санузел. Обычные недорогие двери. Розетки, все будет стоять. В коридоре и в комнатах ламинат. Здесь вот прям просится хорошая гардеробная. Или большой шкаф-купе. Ну, лучше прям полки сделать, заказать и раздвижные двери поставить, и все, вот она спальня, да? Вот знаете, стандартно все, размер, как у вас там, может быть, в регионе Краснодаре, не знаю, где все по ФЗ строилось, школа, да. И здесь вид будет даже с третьего этажа хороший на горы. Также игровая площадка, то есть ребенок будет под присмотром закрытой территории. А площадь у нас 78,1 квадратный метр. Следующая спальная комната, кондиционер и у нас балкон. Вот такой балкон. Там во все работает. Такой третий. Не крайний этаж, третий нормальный. Для пожилых людей прям вообще здорово. То есть здесь минимальное вложение, так сказать. Мебель только занести, и уже можно сразу жить. Стоимость 7,5 миллионов рублей. И это из расчета у нас 96 за квадрат. 96 тысяч за квадратный метр уже с ремонтом. Вот такие вот предложения в жилом комплексе «Летняя резиденция». Я уверен, что, конечно, какие-то у вас будут негативные комментарии к этому жилому комплексу, потому что не все к нему относятся с любовью, так сказать. Почему? Потому что хоть и стандартные планировки, но здесь маленькие окна. То есть, если сравнивать, допустим, с жилым комплексом Урожайный, то там есть квартиры большой площади, они с панорамным остеклением, то есть, в общем, и потолки там повыше, чем здесь. Но, к сожалению, что есть, то и есть. На этот комплекс также есть свой покупатель, поэтому сильно не стоит его критиковать. Многие здесь даже уже давно приобрели недвижимость, поэтому все-таки на равнине с большой территорией, рядом со школой, аналогов сейчас нет, только лишь строится жилой комплекс «Фрукты», который построится через 2 года. А цены, в принципе, такие же, вот если вы посмотрите. Если кому-то необходима информация именно по жилому комплексу «Фрукты», то есть, пожалуйста, напишите мне в WhatsApp, я вам скину шахматку, вы сами посмотрите, какие там цены. Начинаются от 86 тысяч за квадрат, и это у нас, получается, первые этажи. А мы с вами рассматривали разные этажи, в том числе там и 12 этаж, то есть с хорошими видами на море, на горы, и можно из чего-то выбрать. Вот такие 4 варианта. Жду ваших комментариев, обращений по телефону, указанному на ваших экранах. Буду с вами прощаться. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Всем пока!